Где еще на Земле страна обращается в прошлое, чтобы построить будущее? И ищет вдохновение у своего народа. Где 1500 лет истории искусств проживаются за один день. Где можно перевести дух и сразу же обрести второе дыхание. Где пустыня не только встречается с морем, но и окружает его. Где скрытые богатства природы открываются человеческому взору. Где художники творят в гармонии с местом, а не вопреки ему. Где радуется глаз и счастлива душа. И можно поужинать при свете тысяч звезд, где границы открыты так же широко, как небо, и сердца людей, где вас встретят с душевным теплом. Ваш Катар. Избранная.